Как мне теперь отсюда выбраться? Пожалуйста, малыш, пощади меня, умоляю тебя. Не знаю, сэр. Стоит ли? Ты будешь жалеть об этом. Мне все равно. Я принял решение. Как же болит рука. Но если я его освобожу, он... Он убьет меня. О, нет, началось. Возьми. О, это его семья. Я буду скучать, сынок. Ладно, хорошо. Спасибо, сынок. Я знал, что ты хороший. Ты поступил правильно. Мне нужны мертвецы. О, нет, он ползет сюда. Что? Подожди, нет! У меня есть идея. Шляпа нам поможет. Это вполне сойдет. Сработало. Теперь мы в безопасности. Было близко. О, дверь! Дверь открылась! Открылась! Пойдем, папочка, мы можем выбраться отсюда. Это же выход. А? Просто я вспомнил. Что? Ты уже знаешь ответ. Что это? Береги себя, сынок. А? Куда он делся? Где он? Но тут мне самое место. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Пора идти. Было приятно познакомиться, малыш. Но... С этим ничего не поделаешь. Они выглядят счастливыми. Не могу поверить, что это происходит со мной. Я бы все отдала, чтобы снова стать человеком. Какой чудесный день! О! А встреча с тобой сделала его еще лучше. Привет, крошка-паучок! Ты такой милашка! Только посмотри на себя, откуда ты такой? С небес спустил? Ну и чё она делает? Это было неприятно! О, ты напоминаешь мне, что в мире есть красота. Спасибо! Ты заставляешь меня смеяться! А! Нет! Не делай так! Не надо! Это же просто дурацкий паук! Не драматизируй! Нет, мой маленький друг! Ты в порядке? Побудь адекватной, пожалуйста. А? Кажется, я слышала странный звук. О, это я! Иди сюда! Где? О, вот ты где! Ты такая прелестная! Я Поппи. Приятно познакомиться, мамочка. О, откуда ты знаешь мое имя? Я вообще много чего знаю. У меня дома много пауков. Хочешь зайти? Было бы чудесно, но меня ждет мама. Все будет хорошо. Нравится? Но разве он не прекрасен? Хочешь увидеть еще? Отведи меня! Идем со мной. Ладно, надеюсь, ты готова, потому что будет очень весело. Ого, это место такое огромное. Я скоро вернусь. Не уходи никуда, ладно? Ладно. Интересно, почему она так загадочно себя ведет? Ой, привет! Ты только посмотри. Ты прямо как кусочек облака. Цель на позиции. Да начнется паучий эксперимент! Боже мой! Это паучий рай? Стоп! Что? Что? Что происходит? Сейчас расскажу. Мы собираемся поставить на тебе один эксперимент. Что? Я превращаюсь в куклу? Зачем ты это сделала? А это твоя первая миссия. Ты должна уничтожить игрока любой ценой. Если сделаешь это, будешь свободна. Все ради свободы. Приветик. Сейчас ты у меня попляшешь, крестеныш. Иди сюда. Оу. Мне плевать на твои желания. Остановись. Я тебя уничтожу. Отстань. Моя рука. Прошу, на помощь. Это не по плану. Выглядит больно. Ты не мог бы мне помочь, пожалуйста? Я не знаю. О, вот и рычаг.
покончим с этим. Отлично, я думала, мне конец. Давай заклею. Спасибо. Окей, готово. Я так благодарна, что ты оказался здесь. Ой, да ерунда. Что? Они разрушили мой план. Нет, прошу, пожалуйста, помогите, не хочу умирать. Не могу поверить, она была так молода. Мою скорбь не выразить словами. Мамочка, бедная прошу, мамочка. Не бросай нас здесь. Я знаю, я должен быть сильным. Но жизнь без тебя превратится в хаос. Как такое могло произойти? О, Кисси, это я виноват. Не говори так. Давай, пора идти. О, мамочка, ты останешься в моем сердце навеки. Осторожно, Хак. Это может быть тяжело. Знаешь, может быть, она сейчас в лучшем месте. За что? Кто знает? Почему нет, она? За что? Почему она? Мамочка, пожалуйста, не покидай нас. Я понимаю, это больно и тяжело принять, но мы ничего не можем сделать. Я даже не успел попрощаться. А как же все наши воспоминания? Я буду хранить их, где бы я ни был. Никаких больше слез. Я нашел для мамочки спасение. Займите свои места, сейчас я буду творить магию. Что это? Эй, смотри! Вау! Нужно проверить, сработает ли. Пахнет хорошо. Окей, начнем. Ну же, мамочка! Ну же, мамочка, очнись! Она должна очнуться! А? О, это вы! Дорогая моя, посмотри на меня, любовь всей моей жизни! Мальчик мой, мой дорогой мальчик. Мы снова вместе. Спасибо вам, ребята. Ну вот опять. Хватит ворчать, малыш. Отличное начало дня. Да, меня преследуют. Пожелайте мне удачи. Мои силы на исходе. О, дверь. Это была самая долгая минута в моей жизни. Давай же, давай. Она уже близко. Ку-ку. Быстрее, быстрее! Готово! Иди ко мне, ты маленький! Вау! Кажется, я застряла! Дорогой, помоги мне! Ты мелочь! Этого не может быть! Погибнуть в собственном доме! Да, это довольно глубокая мысль. Вау, это неприятно! Она уже... Не могу смотреть. О! А потом я увидел, как ее тело... исчезла. Что за... Вау! Вот так. Я чуть не умер во время летних каникул. А? Где это я? У тебя нет выбора. Тебе конец. Зачем ты это делаешь? Хотела бы я вернуться в прошлое. Я была так счастлива. Я и не могла представить, как буду скучать по свободной жизни и по своему человеческому телу. У меня идея. Любит? Не любит. Дай-ка сюда. Нет, прошу тебя. Ой, это мой да ладно цветок. Тебе. Это просто цветок. В тебе нет ничего особенного. Эй, малышка. Не плачь. Спасибо, но... Там еще много таких. Пойдем. Хорошо, пойдем. О, это настоящий рай! Потрясающее место! Полностью в твоем распоряжении. Окей, вроде ничего сложного. Надо только нажать на кнопку и... Погнали! А? Что? Что? Я стала цветком? Не могу поверить. Почему я? Я должна отсюда выбраться. Дейзи, я тебе помогу. Смотри. А? Боже мой. Все хорошо. Я просто ужасно напугаю ее. Какое-то странное чувство. Видела ее лицо. Спасибо, игрок. Ты мой герой. Я бы так хотела быть здесь, как дома. О, не волнуйся. Все будет хорошо.
Смотри, я принес тебе подарок. О, дружок, ты такой милый. Спасибо. Не за что.